Продолжаем, дорогие друзья, прохождение игры Blacksite Area 51. На данный момент я не знаю точно, потеряли мы нашего, я бы сказал бы, напарника в нашем подразделении, но у нас есть прекрасный доктор, который нам будет помогать продвигаться дальше. Стрелять она умеет, проверена она уже давным-давно в бою. Я думаю, что мы с ней дойдем до того момента, ради которого мы сюда и пришли. Ну что, мэм, пошлите. Остались только мы. А как там говорят, в кино ты да я, да? Да мы с тобой. Ага. Она катается, нет? Оп. О, давай. Не дайте им подойти к вам. Я понимаю, ты мне спину смотри. Безусловно. Круто, Пирс. Пойдем, мэм. Не до оси ничего нет, да? Пойдемте. Ничего не делаю. Бэм. Вот тебе и бэм. Ох, идемте. Так, здесь что-то у нас интересное, да? Пирс, нам надо идти. Конечно, мэм. Так, патроны, патроны у меня уже, кстати, 200 осталось. Не показалось, или он атаковал его тоже? Его знаю. Так, ворота. Ага, сейчас будем дефиться, я понял. Я давай вызову лифт. Пока ты вызовешь, я буду тут стараться отстреливаться. Ну давайте, где вы там? Проучим этих ребят. Круто, ты. Он едет, я его слышу. Сука, так-то они быстро, кстати, бегают. Зашел, зашел. Твою мать, это точно не хлорные бомбы? Да нет. Стоп! А где Сомерс? Погиб. Сомерса больше нет, наверное. Где? Он внизу? Надо спуститься за ним. Нет, нельзя. Я думаю, это бесполезно. Кажется, под лифтом что-то есть. Ребят, ну я думаю, Сомерса уже просто нет. Молодец, спасла Сомерса. Он был солдатом. Он знал, что рискует. База — это группа Эхо. Мы внутри бункера. Химическое оружие не найдено. Повторяю, бомб нет. Сраное задание. Эхо, мы скоро заберем вас. Мы уже... Вот дерьмо! О, это что такое? Что это за фиговина? Стреляй, убей его! Блин, у меня патронов нету, ребята. Червяка этого валить. Прикрой. Давай,
это было? Есть. Мутационный эффект. Мутационный эффект? Чего? Вы что, спятили? Гоните, что ли, мэм? В бункере жарко, нужен отряд химзащиты. О, патроны, патроны. У нас есть. Молодцы, Эхо. Хорошая патроны работа. Мне нужны. У нас один убитый. Повторяю, один убитый. Проклятье. Оставайтесь на месте, Эхо, мы скоро будем. Принято. Да, один у нас погиб. Жалко Сомерса, конечно, ничего не сделаешь, но... Такова реальность. На боевых операциях невозможно. Тысячи людей. Штат Невада. Столице, чтобы выразить протест. Наши дни. Не всегда получится в боевых операциях остаться живым всем. Да, конечно, всем охота и все хотят вернуться домой. Итак, первая жертва. Шоссе 375, Невада. 16-20, полевая база. На Хаммертель взять? Сейчас, ага. Подробнее об этом расскажет наш штаб-кор в Вашингтоне. Здорово. В принципе, мы уже прошли одну треть игры. Так, если разобраться. Осталось тут совсем, ну, мало. Так, это штаб у нас, да? Спасибо, брат. Здесь еще и пресса, да? Все, что нам надо знать. Вы серьезно? Я сообщу вам, когда посчитаю нужным. Но разве это не касается здоровья граждан? Когда вы посчитаете нужным, полковник, при всем уважении, разве так отвечает? Вам я буду отвечать только так. Интервью окончено. Здравия желаю, товарищ полковник. Есть, сэр. Кто-то проник в третий расчет в центр летных испытаний ВВС. Нарушители неизвестны. Там находятся объекты, важные для безопасности страны. Официально база уже много лет как закрыта. Неясно, почему мятежники, пардон, нарушители считают иначе. Ну да, полковник, интересно. Есть несколько сценариев проведения операции. Первый, мы отправляем ваш отряд прямо на базу для точного удара. Вариант второй, начинаем полномасштабный штурм. Разумеется, Пентагон. А варианта третьего нет, да? Жесткие меры. Мы не исключаем никаких версий. Я понял, сэр. Всем гражданским в радиусе 150 километров было предписано прибыть в лагерь. Большинство из них подчинилось, однако всегда есть парочка бунтарей, решивших пересидеть бурю дома. Четвертая пехотная вошла в город Рэйчел, Невада, для последней проверки в 14:00. Мы потеряли с ними связь 30 минут назад. Я хочу, чтобы вы и ваши люди вошли в Рэйчел, встретились с четвертой, оценили ситуацию и доложили обстановку лично мне. Капрал и Эмброс Грейсон уже готовы к заданию. Встретите их снаружи. И последнее, Пирс. Да, сэр. Я тогда не успел выразить вам соболезнования по поводу Сомерса. Он был отличным солдатом. Таких терять тяжело. Да, сэр. Мы его не забудем. Сейчас подойду. Разрешите идти. Удачи, полковник. Вам, спасибо. Мы верим в вас. Удачи, сэр. Есть. Здорово, Пирс. Здорово, брат. Не виделись, друг. Ага. Пошли, надо собираться. Как пойдем. Полковника Грина. Бла-бла-бла. Да-да-да-да-да. Ну ты понял. Ладно. Просто дай пушку, чувак. Эй, друг, есть сюрприз для тебя. Тут Ноя. Из Ирака. Уже 2 года прошло, а она до сих пор в людей иголки напечет. Знаешь что? Ты следующий. Давай. Лазарет вон там. Я ждала вас. Подойдите сюда. Привет. Они нас слышат. Я не могу тянуть. Дайте мне руку. Полковник Грин идиот. Либо у него не лады с головой. Ну, не знаю, он мам. Он понятия не имеет, что там творится. Помните Ирак? Вот да. Почему вы здесь. Поэтому мы оба здесь. Вас посылают туда без... Без чего? Слушайте, ничего не трогайте в Рэйчел. Закройте кожу одеждой. Начнутся странные ощущения, обращайтесь ко мне, ясно? Доктор Вайс, мы получили анализы воздуха. Содержание грибковых клеток... 7000 раз выше нормы. В смысле, 700? Нет, мэм. Я дважды проверил. Достаньте мне образец. И какие наденьте 7000? Маску. Да, мэм. Ной, ну что дальше?
Йоу. Подруга. Мы ждем чего-то. Так, пройти я не могу. И выйти тоже. Или могу? А, нет. О! 5799! Да ладно. 5800! Хуя! Нормально работаете, да? Черт, Ноя меня пугает. В натуре. Ты только глянь, а? Опять гроза. И вот так уже целый день. Сезон ураганов, внимание. Да. Глобальное потепление. Угу. Да. Ну пошли, узнаем, как там дела в Рэйчел. Пошли. Вдвоем, что ли? Когда это кончится, давай рванем в Вегас. Денег поднимем, посмотрим матч в Цезаре. Эмбразу бабу найдем. Ха-ха, ему надо. Ну рассказывай, что теперь? Ну и дела. Я гляжу, они в эту помойку всех без разбора пускают. Как жизнь? Нормально. Это Джанин. Mm-hmm. Ей на днях 2 годика стукнуло. Поздравляю. Ну, что, знаешь, говорят, будто местная гвардия поссорилась с головой, но я в это не верю. Сюда бы не согнали столько народа ради толпы пьяных фермеров. Кто знает. Пирс, хочешь за руль? Я спереди. Да в легкую, поехали. Нихера, она как резко дергается. Что-то я управление не понял. Вроде повернул куда-то, что-то непонятно было. Ладно. Ну, поехали. Труба эта. Погода разбушевалась не по сезону. Сильные дожди. Так, подожди. А как она поворачивается? Возможно, придется съехать сторонней, так что пристегнитесь. Не понял я. Слышь? А чё она не поворачивается? А, мышь, что ли, для управления транспортом? Да ладно! Я думаю, чё она не поворачивает? А там мышь получается. Прикол, а. Эй, Грейсон, включи музыку. Да, чё, ну, нормальная. Терпеть их не могу. Всем, кто кричит «нет» призыву, я хочу задать лишь один вопрос. Кто, по-вашему, будет сражаться во всех этих войнах? Что они скажут в ответ? Они скажут: «мы не хотим войны». Я-то думал, стрелки тут, кнопки. Адис мышку управляет машиной. И мы ее защитим. Точка. Знаешь что, Риди, я волнуюсь за нашу страну. Люди должны услышать клич. Бессильной армии мы утки из тира. И я виню в этом прессу. Наши журналисты приступили к черту. Абсолютно. Слушай, с меня хватит. Выключи его. Да, братан, поменяй волну, а ну херобору эту слушай. Моста нет. Блин, ну и дороги. Прямо как дамбы в Ноулинсе. Вот и кончился легкий путь. Попробуем по-военному. Внедорожье, детка. А это что еще за черт? Четвертая пехотная? Да свяжись с полковником Грином. О, черт, опять он. База — это группа Эхо. Вы отправляли вертолеты в наш район? А то здесь один объявился. Прием. Эхо, это полковник Грин. Вертолетов нет. Он точно не наш, прием. А чей? Они рвут нас на части. Охренеть, чувак! Повстанцы в американских птичках! Вот это прикол, а? База говорит эхо. Замеченный вертолет враждебен. Повторяю, замеченный черный ястреб враждебен. Какого хрена вообще происходит? Группа эхо, разрешаю открыть ответный огонь. Что-то как-то странно. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Не стреляй по мне, не надо. Давайте двигать отсюда. Потом разберемся, кто это был. Да, ребята, я так как могу тут двигаю. Ну, это не гвардия. Глянь сюда. Дрянь. Как думаешь, что это? Без понятия. Оно дохлое, я жив. Меня это радует. Что, не взрываешь, что ли? Надо двигать дальше.
блин, ну что еще? Поехали, поехали! Что это за фиговина? Да вы что, ребята, похоже, не в курсах, что ли? Надо быстрее валить от них. О! На них не нарываться, надо быстрее продвигаться. Давай, 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 давай. Пойдет. Хорошая у нас фора. Эй, эти штуки живые мины. Конечно. Ползучие фугасы. Ну, так при соприкосновении сразу будет дикий бомбом. Это какая-то зараза. Да, это мои друзья знакомы с бункера. Вай, 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 вау. Ребят, нет шанса. Вай, 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 вау, 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 полегче, все нормально. А теперь ваша любимая команда ACDC, да, заводи. На нафиг. Я сразу моментально покраснел. Уа. Офигеть, это вообще прям при смерти. Да уж, сегодня плохо жить в Неваде. Ха-ха, в натуре, чувак. Да, в натуре. Приехали. Так, ворота блокпоста. Так, вы опоздали на заварушку? Так, ребят, давайте ворота откроем. Ворота сломаны, давайте их откроем. Это что там такое? Внимание, прямо по курсу. Это походу... Я уже думал, смертник. Так, ребята, может лучше отойти, а? Ну его нахрен. Ёп. Вирс, подай пушку. Мочи его. Граната. Молодец, Вирс. Надо в голову стрелять. Да, нормально разлетается у них. Граната, отбеги! Так. Я на такое не соглашался. Ребят, открывайте, ну, ворота. Твоя задница. По-моему, уже все. Давай откроем ворота. Ну хоть с пушками покатаемся. Хаммер. Твою мать, что это? Тебе не кажется, что мы снова в Ираке? Ха. Точно. Пирс, полковник Грин говорил тебе про эту ползучую дрянь? Да, говорил. Военные по жизни не в курсе дел. Поехали в рейд. Говорил. Поехали. Лучше бы я стрелком был бы, чем он. От меня пользы больше будет стрелком, нежели чем водителем. Ра. Видать, несчастный случай. Кто-то врезался в ограждение. Придется объехать. Вырубил! Граната, побереги! Нахрена гранату кидали-то? Зачем? Меня только не убейте, а. Поехали.
вроде стреляет, а такое ощущение, что тупит прям. Хочешь сказать, что они погибли, что ли? Да не поверю. Ладно. Я уж прям не верю, что они погибли. Да это бред. Интересно, а что досье дает? Так, давайте, ребята, давайте. Это было так все просто. Я-то думал, блин. О, еще один хаммер стоит. Ладно, двинули. Вот это я называю наезд. Угу. Поехали, поехали. Little Alien. Маленький чужой, да? Опа! Заправка, что ли, какая-то? Пошли! Ага. Закрыто. Двери. Черт, здесь печет как в аду. Давай поговорим с владельцем и поедем дальше. Похоже, ты думаешь, он здесь есть, этот владелец, что ли? Мне кажется, тут вообще никого нет. Пойдем, пойдем, пойдем. Все чисто. Заходим. Ломай. Взламывай, взламывай, брат. Эй, Фиш, посмотри-ка на крутого шерифа. В натуре крутой. Окажите помощь местному жителю. У нас сзади проблема. О, четко прям, да? У нас еще гости. Кидай, 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 кидай. У меня у самого гранат нет. Так-то они большие прям. Пошли. Чисто. Разберемся с сосунком. Эй, Петр, сынок! Вот там! Это что такое? Тарелка инопланетян, да? А у него же типа тут музей.
Вроде как. Шериф! Там живы, нет? Заходим. Открывай! Открывай, ёпта! Здорово! А сам как думаешь, а чё, блядь, не видишь, что ли, по шевронам? Просто скажите, что вы тут делаете? Что я тут делаю? Да бегу я тут, сынок! Это моя заправка! А, безусловно тогда. Да не нервничайте, все нормально. Морская пехота США с 85 по 89. Красава! Молодец, бро. Закрывай, закрывай двери. Морская пехота ВМС США. Красава. Ну что, рассказывай, что у вас тут? Вы что-нибудь будете с ними делать? Ситуация под контролем. Нет, ушки, друг мой. Эта страна под ударом. Все только началось. Я по радио слышал. Они пересекли границу 3 дня назад. Начинаются морали, да? Даже батальоном. Сегодня утром троих видал. Все в броне. Огроменные пушки. Прошли здесь поутру, двигались строем. Убили всех. Спаренные магазины, да? Бобби, всех до единого. Вот оно дерьмо, наконец-то и доплыло до нас. Полегче, ты небось головой стукнулся. Да ни хрена. Правду тебе говорю. Твою мать. Грейсон, стреляй. Ух, ёб твою мать. Я сейчас спущусь в подвал и просижу там неделю. Как же нам повезло-то, да? Братан, что нас не кнокнули. Ну что? Там неделю. Давай, пойдем. Открываем. Ну что? Берег чист. Чем быстрее я уберусь из Невады, тем скорее увижу дочку. Пойдем, парни. Нам нужно выдвигаться. Так, я думаю, вот это наша игрушка. Давайте берем эту тачку и поехали. В смысле, а... Вот так, да? Правая пушка. Весь Ирак с ней. Поехали. Чудо американской мысли. Опа! Боюсь расстроить, но их пачками штампуют в Китае. Что? Да ладно, ты прикололся. Если бы, брат, серьезно. Думаешь, так все просто? Что оружие производят только в той стране, которую придумала? Да нет, перекупы всегда есть. Союз добровольцев у нас. Давай, поехали. Нужно двигаться дальше. Я как понимаю, нам налево, да? Раз там решетка стоит. Подождите, ребят, сейчас я тут заберу все. Готов к бою. Всегда готов, пошли. Да пофигу на них. Старик был прав. Глянь, сколько трупов. Готовьтесь. А, нет, смотри-ка, они взломали. Так, и чё? Здорово! Вы кто?
дурак, что ли? Ну хрена себе. Ну чё завис-то, друган? Ёп. Дурдом. Интересно, это такие. Какие-то непонятные ребята, тоже смотрю. Хорошая одежда, воу. Ты убил его! Какие-то стволы у них интересные. А, только они какие-то инфицированные, да? Что, в туалете гасили, что ли? Чувак, осторожно. На нем может быть фугас. Да он бухой, по-моему, спит. Он, по-моему, пьяный спит, да? Пирс, глянь на его форму. Оружие к бою! Жри, говно! Дельта! Армия США. Первая отрицательная. Бред какой-то. Он, наверное, снял их с кого-нибудь из 4-й пехотной. Не знаю. По мне так американец. Не понимаю. Я тоже. Пошли. Ну вот и я не понял, что это было. Ладно, ребята, идем. Крепкие вроде. Все, открываем. Давай, брат, открывай. И уходим. Так, забираем патроны. Все, поехали. По мне, так в этих краях все чокнутые. Безусловно. Так, куда нам? Прямо или налево? Там вроде стоит ограждение, значит прямо. Rest area, 2 мили. Не так далеко. Для машины это вообще близко. О, какой-то поезд едет даже, нифига себе. Гаси! Пошли, помогаем нашим. Они получают приказы. У них есть военные рации. Мощный выстрел, сэр. Давайте, давайте, парни, вперед! Ощущение, что они прям как наши, такие же американцы, только они зомбированные. Все, чисто, идем. Интересно, на что мораль вообще влияет? Какой от нее эффект? То, что они стреляют, точнее, там, или что-то они делают, не ясно. Блин, что за фигня тут творится? Гвардия, как же? Похоже, 4-й пехотной нужна кавалерийская помощь. Если они еще живы. Тогда пойдем в Рэйчел. Значит, надо найти их, если они еще живы. Или хотя бы узнать последнее их место расположения. Ну, в принципе, уже на объекте, да? Давайте, давайте, ребята.
Идем. Приехали. Твою мать! Зуб даю, это была не просто авария. Пирс, надо проверить эту стоянку. Может, тут есть прямой путь? Конечно, проверим. У нас гости. Круто! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Обезьяны, все нормально. Что тут у вас? В туалетах интересного. Мне показалось, откуда-то прям я пули прилетели. Я думаю, нам надо вот так вот идти, забить на все и просто двигаться вперед. Держи. Я это видел. Не вздумай умереть, Эмброс. Эти ребята обчищают поезда. Интересно, зачем? Пойдем спросим. Че у вас там происходит? Завалили вас там, что ли? Я тут один пока справлюсь. Нам-то что? Ах, я ранен! Сэр, похоже, нам нужен новый план. Меня попали! Держи! Чего там, где потерялись-то, ребята? И одного не пойму. Вы там где потерялись-то? Воины. Что у вас там происходит? Давайте, поехали. Все, погнали. Что у вас там? Я как думаю, нам сюда, там походу были две дороги, да? В объезд. А, ну и отлично. Дорога пройдена. Так, давайте, ребята, сейчас посмотрим, куда нас закинет. Пистолет стреляет так быстро, да? Капитан, очевидность. А то мы не знаем, как пистолет стреляет. Так, новая глава Рэйчел, да? По идее должны. Сумерки. Единственный, кто пережил контакт. Ладно, будем искать. Пирс, ты идешь первым. Хорошо. Мы следуем за тобой. В следующий раз. Итак, ребята, давайте мы на этом сохранимся. Всем когда спасибо. База говорит, лайкос, коммент, подписочка с вас. Удачи, берегите себя. Ладно, закончим разведку и пойдем навстречу.